Привет, дорогие зрители канала «Правильный выбор». В этом выпуске я расскажу вам о лучших моделях раций для охоты и рыбалки. Baofeng UV-5R – это одна из самых популярных раций в любительском сегменте. Зарекомендовала себя надежностью и устойчивостью сигнала в самых разных отраслях – от промышленности и строительства до охоты и рыбалки. Несмотря на довольно компактные размеры, мощности рации хватает на дальность действия до 10 км. Но это в открытой местности, в более-менее плотной застройке этот показатель снижается примерно до 4 км. Модель умеет работать в диапазонах частот UHF и VHF. Для сохранения каналов есть 128 ячеек памяти. Максимальная мощность передатчика составляет 5 Вт, но она не статична, ее можно регулировать до 1 Вт в тех случаях, когда высокой мощности не требуется, а требуется экономия батареи. Если руки пользователя заняты, рация предоставляет режим активации голосом. Это может оказаться удобным за рулем, в руках с удочкой или ружьем. Аккумулятор внутри установлен на 1800 мАч, этого вполне достаточно для работы в режиме ожидания в течение 24 часов. Модель может работать одновременно в двух каналах. В качестве приятного дополнения в корпус встроен светодиодный фонарик. Может оказаться удобным где-нибудь на природе. Кстати, корпус ударопрочный, выполнен по стандарту IP54, то есть относительно надежно защищен от влаги и попадания пыли. Пользователям модель понравилась, хвалят за высокую автономность даже в зимнее время, практичность и компактность. Есть некоторые претензии к качеству исполнения штатной гарнитуры, а также к качеству звука. Но в целом модель считают одной из самых лучших по соотношению цена-качество и рекомендуют. Все модели вы сможете найти по ссылкам в описании, поэтому как только захочется купить себе какую-то рацию из этого ролика, сразу бегите туда. Тем более, что там вас ждет приятный бонус в виде промокода, который поможет немножко сэкономить. Baofeng BF888S – более простая модель от марки Baofeng. Соответственно, более доступная, также имеет упрощенные характеристики. Тем не менее, для охоты и рыбалки эта модель отлично подходит. Упакована рация в компактный корпус весом всего 150 грамм, кроме того, корпус ударопрочный, пыли и влагозащищенный. Добивает рация в радиусе 7 километров, как раз подходит для того, чтобы организовать связь на небольшом участке на рыбалке или охоте. Конструкция позволяет закрепить рацию на поясе, чтобы постоянно не держать ее в руках. Также руки освобождает функция активации голосом, будет удобно не только на отдыхе, но и за рулем. Аккумулятор установлен довольно объемный для такой компактной модели, 1500 мАч. В комплекте есть гарнитура, из дополнительных удобств можно выделить наличие светодиодного фонарика. Также есть индикатор заряда, функция PTT, подсветка дисплея и возможность подключения к компьютеру. Эта модель, как и предыдущая, весьма популярна у пользователей, их радует компактность, хорошее качество звука, автономность, удобство в использовании. Есть некоторые претензии к радиусу действия, так как не всегда реальный охват достигает заявленного. Не забывайте ставить свои лайки и писать интересные комментарии, дорогие друзья. Это не только радует нас, но и позволяет развиваться и продолжать радовать вас новыми интересными подборками. Turbo Sky T9 – заметно более дорогая рация по сравнению с двумя предыдущими моделями, работает в диапазоне частот UHF. Корпус рации устойчив к ударам, оснащен прорезиненными накладками с яркой расцветкой, которая поможет не затеряться в траве. Корпус имеет защиту по стандарту IP54, то есть защищен от воды и пыли. Заявленный радиус действия модели составляет 10 км на открытой местности. Батарея установлена не самая емкая в нашей подборке, тем не менее запасы энергии для такой компактной рации вполне достаточно. Каналов доступно 16, из дополнительного функционала можно выделить встроенный фонарик, систему шумоподавления и активацию голосом. Пользователи модель в основном хвалят, отмечают понятное и простое управление, качественный звук, отличную сборку и компактность. Terex Sport, хотя и позиционируется как рация для организаторов спортивных мероприятий, также отлично подходит и для охоты с рыбалкой. Все необходимое у нее для этого есть: компактный, пыли и влагозащищенный корпус с ударопрочными характеристиками, емкая батарея на 1800 мАч, которая позволяет рации работать до 119 часов в режиме ожидания. Стоит отметить, что на батарее установлен собственный разъем micro USB, который позволяет заряжать батарею отдельно от рации. Эргономика сочетается с минимальным
минимализмом. Прямо на передней части корпуса размещена крупная кнопка функции PTT. Тут же есть небольшой дисплей с крупными цифрами, остальные настраивающие кнопки разместили на левой стороне корпуса, а на правой различные разъемы. Интересно реализован механизм групповых вызовов. Можно создать до 10 групп, в каждой из которых можно зарегистрировать до 999 раций, и участники одной группы могут разговаривать только внутри группы, другие будут игнорироваться. Пользователи в основном рацию хвалят за компактность, за качество сборки, и хотя автономность тоже хвалят, все же есть сомнения насчет реального объема аккумулятора. Baofeng BFH-7 – это надежная и неприхотливая модель рации для охоты и рыбалки. Благодаря компактным размерам не занимает много места в сумке, а то и вовсе может поместиться в карман. На открытом пространстве рация добивает примерно на 10 километров, в условиях застройки максимум до 4. Корпус ударопрочен, а также имеет степень защиты IPX4, то есть в какой-то мере неплохо защищен от попадания влаги, а соответственно и пыли. Чтобы постоянно не держать рацию в руках, предусмотрен режим активации голосом. Это может оказаться удобным не только на рыбалке и охоте, но и за рулем автомобиля. Эту же функцию может выполнять и гарнитура. Дисплей оснащен подсветкой, так что даже в темное время суток выводимые данные будет прекрасно видно. В этой модели установлена самая емкая батарея в рамках нашего ролика – 2200 мАч. Рация пользователям понравилась за прочность, компактность. И хотя у многих есть сомнения относительно заявленного радиуса действия, все же добивает она достаточно. Также у некоторых пользователей возникли трудности с первоначальной настройкой. Motorola TLK-RT92H2O – одна из самых дорогих раций в нашей подборке. Точнее, это комплект из двух раций, весь функционал завернут в аккуратные прочные водонепроницаемые корпуса с яркой расцветкой. Мощности модели вполне достаточно для того, чтобы добивать на расстоянии до 10 км в поле, батареи в комплекте поставляются на 800 мАч. Но отдельно можно докупить и на 1300 мАч, аккумуляторы совместимы с форматом батареек 2А, так что при необходимости можно ненадолго их заменить. Из дополнительных удобств можно выделить наличие фонарика, вибросигнала, функции экстренного оповещения звуковым сигналом и светом, а также голосовую активацию. Отзывы на модель в основном положительные, хвалят за непотопляемость, продуманную эргономику, легкий вес. Есть небольшие сомнения в дальности действия станции. Argut A41 тоже не самая доступная рация в нашей подборке. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и соответствует классу IP66. Собрана конструкция довольно просто, с понятным интерфейсом управления. На передней части есть ЖК-дисплей, на который выводится вся служебная информация. Конструкция в целом ориентирована на использование спортсменами и туристами в самых разных погодных условиях, в том числе подходит и для охоты с рыбалкой. Заявленный радиус действия рации на открытой местности составляет около 22 километров. В городской застройке может добивать до 3-4 километров. Конструкция позволяет рации работать даже при экстремальных температурах в диапазоне от минус 30 до плюс 60 градусов по Цельсию. Пользователям модель понравилась за качество сборки, высокую автономность, компактность и устойчивость к внешним воздействиям. Есть небольшие претензии к системе шумоподавления. А на этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, что вы смогли найти модель себе по душе. Если так, то загляните в описание к ролику. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще вас там дожидается небольшой бонус в виде промокода. Не забудьте подписаться на канал «Правильный выбор», чтобы не пропускать новые ролики. Поддержите нас лайком и душевным комментарием. Всем пока, встретимся в следующем ролике.